Всем привет! К концу подошла еще одна неделя, а значит, самое время для свежего выпуска Warblog. Погнали! На тестовый сервер установлено крупное обновление. Уже прямо сейчас вы можете попробовать новую карту для режима Blitz под названием Платформа, а также поиграть с двумя очень необычными пушками. О них я расскажу подробнее. Сайга Спайк — это уникальный дробовик, который заряжается не привычной дробью, а пулевым патроном. Его мощь настолько высока, что на дистанции до 12 метров он опрокидывает на спину любого противника. Ну, если, конечно, не убивает его с первого выстрела. Урон в 500 единиц и одна пуля не оставляют шансов противнику на ближней и средней дистанции. Но в то же время небольшой боезапас и невысокая скорострельность лишают права на ошибку. Получить этот классный дробовик можно будет из коробок удачи за варбаксы. H-Car станет первой в игре полуавтоматической штурмовой винтовкой. Она наносит удвоенные повреждения по телу и конечностям. Фактически, эта пушка имеет урон 160 единиц, а отображение на сравнительных линиях ТТХ оставлено, чтобы не ломать общее восприятие штурмовых винтовок. H-Car можно будет приобрести из коробок удачи за кредиты или за короны. На ПТС в рамках тестирования она доступна только за кредиты. Это далеко не полный список улучшений и изменений. Полный список, как всегда, опубликован на официальном сайте Warface. Нужная ссылка в описании к видео. Был установлен хотфикс, который внес изменения в систему рейтинговых матчей 2.0. А именно, были включены ограничения по оружию и экипировке. Разрешенные в РМ предметы отмечены на складе специальным значком. Если вы снарядите запрещенные предметы, то не сможете начать сражение в рейтинговых матчах. Если у вас нет подходящей экипировки для рейтинговых матчей, это не проблема. С этого момента в игровом магазине всегда будет турнирное снаряжение. Приобрести его можно как за варбаксы, так и за кредиты. В игровой магазин на короткое время вернулся дробовик USAS-12 и Beretta ARX-160 Радиация. Если вы хотели эти пушки себе на склад, то вот он ваш шанс. Также сейчас проходит акция, в рамках которой вы можете взломать хранилище Blackwood и получить бонус к следующему платежу. Нужная ссылка в описании. Warface вышла на PlayStation 4. Можно играть абсолютно бесплатно. Все, что нужно, это скачать клиент игры. Нужная ссылка в описании к этому видео. Пришло время киберспорта. В эти выходные пройдет Fast Cup. В субботу и воскресенье можно будет посмотреть прямые трансляции. Нужные ссылки в описании к этому видео. Не пропустите. Ну а если вы хотите получить подарки от нас, то участвуйте в конкурсах в наших социальных сетях. Нужные ссылки под видео. А теперь самое время поставить лайк и подписаться на нашу официальную группу ВКонтакте и YouTube-канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. На этом у меня все. Всем пока!